Всем привет! Сегодня начинаем прохождение новой игрушечки под названием Guild. Если что, плейлист с прохождением всегда находится у любой игры в описании, так что клацай на лайк и погнали смотреть. Тут, по-моему, сразу врывается игра без всяких меню, без настроечек. Или нет? Нет? Да, да. Игра сразу нас встречает. Поверить не могу, что прошел уже целый месяц. Она вышла там дней 5 назад примерно, не знаю. Вот, я что-то сегодня смотрел, что новенького вышло. Смотрю геймплей, думаю, прикольное что-то. Надо попробовать поиграть. И потом, посмотрев геймплей, я увидел, когда тестил, да, будет ли она работать. Вот это, я такой, что? Потому что там был вид от третьего лица, поэтому, видимо, все будет меняться в будущем. Она сама себя ищет? Или она ищет Guild? Игра же называется Guild. Да ладно, там метр буквально, ну ладно, давай побольше. Надо еще это, других, там рядом какой-то лысый дед пропал. Его можно наоборот сорвать. Однажды Эмили просто исчезла. Никто не знает почему, нет, это не Guild. А, о, уже вечер. Заработались мы что-то с листовочками своими. Так, сюда. А, ну там вон много детей. Какая-то знакомая история, что дети пропадают. Большинство потеряли надежду уже через несколько недель. Просто перестали искать. Это жестко. О, надо и сюда. А сюда можно посмотреть? Нельзя сюда посмотреть. Прикольно, там эти вагонетки катаются, или как они там называются. Эмили Кауфман. Но я не сдамся. Я найду ее. Должна найти. О. Эй, Салли! Все еще ищешь свою двоюродную сестру? А, что это с ней сделала, блин? Что ты с ней сделала? Жесть, громко! Что так громко? Короче, понятно, девочка ударилась и все померечилось. О нет, велосипед сломался. Как же я теперь попаду домой? Девочка ударилась головой и, видимо, весь сюжет примерещится. Но я так всегда говорю, в итоге нет, так не оказывается. Ля, тут даже снег какой, как почти как в этом. Напомните. Как этот? Как он называется-то? Про ковбоев вот этих, которые просто бьют друг друга в мультиплеере. А, я что-то уже вдохнул. А, у меня астма, ничего себе. Салли, мы знаем, что ты здесь. А почему у меня какие-то максимально агрессивные школьники ловят? Может, это они детей крадут? Они маленькую девочку избить хотят? Они видят, что она разбилась, и ей все равно. Там отдельно эти ролики можно убавить. А, ну ладно. Так. Это просто ХП, но мы его восполнять будем ингалятором. От нас не спрячешься! Канатная дорога, можно попробовать до... Так, по ней поехать. Станция не очень далеко, надеюсь, она еще открыта. Блин, агрессивнее школьники, чем в моем городе. Вот у меня, кстати, в городе чисто пацаны друг перед другом выживали. Но какие бы хулиганы все не были, никто не трогал девчонок почему-то. Вот как Робин Гуды, отвечаю. Это не главная дорога, но пойдет. И это сгодится. О, здравствуйте, пушечка. Бег тратит выносливость. Это мы поняли уже давным-давно. Выходи, давай! Не. А кто меня... Меня будет кто-нибудь вообще преследовать? Фонарики бы хоть какие-нибудь за мной бы бегали. Куда она пропала? А, во-во, фонари, смотри, накаркал. Нормально. До свидания. Блин, жалко, что школьники там не выглядывают откуда-нибудь для большей атмосферы. Какая-то вышка с американским флагом. А вы знали, что мы в Америке? Но я видел, там будет какой-то Роблокс в будущем. Какие-то магазины, страшилы, роботы. Класс! Ингаляторы восстанавливают здоровье. Прикольно. Ну, блин, было бы круче, если у нее иногда приступы астмы были. Не знаю, в плане, как он круче. Ну, типа, атмосфера. Так-то я беспокоюсь, конечно, за ее здоровье. Лучше бы никогда. Я желаю девочке только здоровья. А как садиться? Меня научили садиться? Так, астма круто! Ну, для пацанов! Так, кажется, по этой дороге вообще никто не ходит. Наверное, их... А, вон там что-то она объясняет. Наверное, их можно как-то обойти.
Да ты что? Да правда, что ли? Да ты что? Вот это совет, конечно. Блин, а можно пробел поменять? Прыгать мы не будем на Ctrl потом? Так, тут ничего интересного. Тут что-то есть интересное. Так, ага, толкачки. Нормально. То есть ты не могла закарабкаться на ящик? Тебе надо было обходить все это дело, чтобы на пробел спрятаться. Блин, тут даже свет включен. Тут может какой-то дядя отошел в туалет. Может его подождать даже лучше. Он бы отпугивал школьников. Потому что, судя по нашему маршруту, мы прям к школьникам бежим, а не от них. Вот они тут по этой дороге за нами бежали. Вдоль речки. Ну ладно. О, что тут? Музыка клевая. Канатная дорога идет от Бетлвуда до фабрики. Бетлвуд Том. Томм это фабрика. Так. Тут еще что-нибудь есть посмотреть, потрогать. О, в газете про исчезновение Эмили ничего нет. Жаль. Очень жаль. О! Работничек! Ты потерялась! Помогите мне, пожалуйста, мне нужно доехать домой. Уже поздно, тебе повезло, что я еще здесь. Просто возьми билет, и я спущу тебя вниз. А вы не можете просто меня впустить? Девочка, без билета ездить нельзя. Это очень важно. Хорошо, хорошо. Опа. Надо билет намутить. Так, сейчас, секундочку. Звук. Ролики. Не знаю, насколько надо снизить. Вот так, снижу пока. Так, в целом, как по звуку? О, тут кто-то забыл билет. Какая удача. Билет на канатную дорогу. Этот билет на канатную дорогу, но он какой-то странный. Шершавый и пористый. Будто слеплен из грязи. Поддельный. Что ли? Странно, никого нет, а билет лежит. Норм, кайф. Так. А, у нас есть карта даже, ничего себе. Кварц. В смысле кварц? Мы что, ресурсы будем добывать? Воспользоваться канатной дорогой. Так, ага. Кварц, канарейка, батарейка. Прикольно. Ладно, не ожидал. Погнали дальше. Халява. Дед умер. Куда он ушел? Он с пацанами тут сбитой уже ждет меня, не? Нам показался дед. Он съебался по-быстрому. Думает, ай, какая-то девочка. Помрет, никто искать не будет. И на самом деле это дед просто всех вниз скидывает, поэтому все ищут детей. А деда никто не подозревает. Камнем вниз, да. О, я же говорю. Все, на тот свет поехали. Мне кажется, ли канатная дорога не вверх нас ведет сейчас. Куда-то чуть-чуть даже вниз. Угу. Да, дед, все понятно. Смотри, энергополе дед построил. Ясно. В принципе, быстро я сюжет прочитал. Можно заканчивать. Гюльт! Как переводится? Все ответы есть в потерянных книгах. Окей. Будем искать потерянные книги. А какие нам нужны ответы? Конец. Да, пропала. Вторая часть. Гюльт 2. Там мальчик ее ищет. Ох, как громковато было. Нормально. Уши целые. Я уж думала, что разобьюсь. Больше я не фуникулер ни ногой. Больше я не фуникулер. Так, давайте тогда еще эффекты занизим. Да боже, так, эффекты. Как-то непонятно, звук устроен. Так, ладно. Все? Хорошо все? Вроде нормально. Милая игра, да, прикольная. Так, у нас теперь фонарик появился. Как игра называлась? Про мужика-писателя, который... С фонариком вечно ходил, его баба и боялись всякие маньяки. Чем-то напоминает, только мультяшное. Ну, теперь напоминает. Достать фонарик. Так, Alan Wake, точно. Блин, такая игра хорошая. Только я так устал от нее, когда в конце там уже на тачках ездишь. Ого, что случилось с автоматом? Кто-то разобрал, блин, на металлолом сдал.
Бывает. О, там что-то еще интересненькое. Не хочу ничего пропустить. Здесь никого нет. Кто это выключил свет? Да там, по-моему, все взорвалось вообще. Ну или дед шалит. Алан Вейк в конце, он такой, да, там. Много надо одного и того же, чего-то уже устал в игре делать. Без конца это делать. Ездить на тачке там что-то. Заперто, придется найти другой путь домой. Ну, в целом, игра неплохая. Ее бы сократить просто на одну треть хотя бы. Так. Тратится выносливость. Мы поняли. Долго вы будете нам рассказывать про это? Вот лучше про пробел, да, напоминаете, чтобы я Ctrl не клацал каждый раз, когда надо присесть. Так. Ага, ага, что это? Ого! Ничего себе! Нормально. Прикольно, я ни у кого этой игры не видел, и странно как-то, вроде клевая такая, достаточно милая. Надо в Стиме почаще за новинками буду следить, может еще на что наткнусь крутое. Вы не забывайте, в группе ВКонтакте есть специальный пост, там можно предлагать игры какие-нибудь, предлагайте. Желательно, конечно, чуть посвежее, но можно в комментариях потом, просто в чате я забуду. Так, ага. Ага. Есть смысл к домикам подбегать? Наверное, какой-то... Что происходит? Я давно уже не расклеивал листок с Эмили. Не понял, там типа Эмили или что? Нет? Музычка, атмосфера, кайф. Вообще, мне кажется, такое на ночь смотреть балдежно. Полиция, пожарные, врачи, никого нет. Да, жестко. Вечерний Битлвуд, местная газета. А можно почитать местную газету? Какой-то Silent Hill немного начинается. Нормально, блин. Нормально, аккуратно. Это, наверное, какие-то лужи для убивания врагов в будущем. Главное, самим туда не наступить. Тут что, землетрясение было? Надеюсь, никто не пострадал. Надеюсь. Мы все надеемся. А вон там бабка какая-то. А, нет. Малышка. Одна из пропавших. Это Эмили? Блин, а мы же тоже девочка, которая пропала теперь, получается. Она все это время пряталась в школе. Но мы, видимо, первая девочка и первый ребенок, который выберется отсюда. Она бы перегрызла забор вместо того, чтобы перелезть его. Кто? Так, школа Бахмана. Здравствуйте, Бахман. А чё Эмили кинула нас? Она ж вроде видела, как мы подходим. Заперто. Так, мне нужен ключ уборщика. Ну, в комнату... Блин, кстати, карта очень изичная, клёво. Не надо там сидеть, не понимать, куда бежишь все время. Это Alan Wake плюс Splinter Cell. Как это на Splinter Cell похоже? Ну, по городу мертвому еще можно Silent Hill без тумана представить. Так, отодвиньтесь. Я хочу туда вот почитать миссинг, что там. Ну ладно. Пробелок. Ну, кстати, прыжка нету в игре. Так. Алло. Есть кто-нибудь здесь? Алло. Алло. Короче, тут мало чего можно изучать. В принципе, можно просто двигаться. Не особо отвлекаться на что-то. Время, смотрите. 10. Ровно, но стрелочка, блин, которая отвечает за десяточку, ну, за часы основные, она, блин, не на десяточке стоит. Это что-то значит. Время здесь идет не так. Опа. Так кто? Что это за тварь? Шляпа Гарри Поттера. Он отпирает входящую дверь школы. Входную дверь школы, так. Нормально. Прикольный монстр. Но мне кажется, можно просто уйти. Монстры не должны вас видеть. Присядьте или выключите фонарик, чтобы вас не заметили. Ладно, пока. Жесть, он лох. Не, ну, до свидания, изи. Да, я-то... А, о, еще. А это, может, те гопники за нами бегут, а девочка просто от удара в бревно... Шизит немного. Видимость для врагов. Белая аура. Монстр что-то подозревает. Но пока не заметил Салли. Окей. Видимость... Так, желтая метка. Прячьтесь. Монстр что-то почуял и направляется к вам. Красная аура. Салли обнаружили.
Ладно. Сали засали. Сали не засали. Нормально. Не засали сали. А я могу как-то? Да, могу. Аккуратно. О, он тоже пошел куда-то. Не, ну это у нас не первая игра. Мы шарим, блин. Мы шарим, как действовать в таких ситуациях. Надо просто вот за пенек встать, блять. Ну, конечно. Ну я-то, а как всегда. Все, до свидания, лох. Ой, там еще пришли. Не, ну уж тут зафейлиться нормально. В моем стиле, в принципе. Ля, они там... Эй! Сейчас я их сюда отгоню, короче. Так. Да отстань! Все, иди, не хочу с тобой. Все, пока, надоело, не хочу прятаться. Я прям чувствую, что тут такое все наивное немного. Простенькое. Можно было сразу уйти. О, там глаз какой-то. Новая цель, найти Эмили в школе. Ого, вот тут много. Вот тут уже Resident Evil, ребят, начинается. Но тут хотя бы подписано, где что, и я не заблужусь благодаря этому. Потому что в Resident Evil первых я ненавидел карту. Это худшее, что было в моей жизни. Тут надо будет типа прятаться, но можно будет и не прятаться. Да я уже понял, что можно будет не прятаться особо сильно. Так. Глаза, привет! Что здесь происходит? Давай посмотрим. На глаза в упор. О, книжка. Еще одна странная книга. Давай почитаем. Мне здесь не нравится. Скучаю по дому и старым друзьям. Иногда встречаю в коридорах двоюродную сестренку. Но она учится в другом классе, так что я почти всегда одна. По-моему, у всех остальных есть друзья. Я не знаю, как правильно знакомиться. Наверное, это нужно было сделать сразу, а теперь слишком поздно. Мне велели представиться перед всем классом, но от страха я не могла выдавить ни словечка. И учитель сказал вернуться за парту. И когда я смогла оторвать от нее взгляд, то увидела, что все на меня глазеют. Но вроде бы они улыбнулись. Может, все не так уж и плохо. Может, я смогу завести друзей. Вообще какая-то такая слабенькая, ранимая девочка. Ее бы ко мне в школу. Именно в тот период, когда учителя придумали звать родителей и учеников, хуевых учеников ставить перед всеми родителями. Вот так вот. Выходи, Артем! Ты выходишь. И классный руководитель перед всеми родителями и перед всеми одноклассниками говорит: он это чмо прогуливает. У него двойки. Сука, курит там, стоит вечно где-то, прячется. И ты такой... Выпрыгнуть в окно, что ли? Ну мне... Ну ладно, я так не чувствовался. Я такой, типа... А потом перед мамой просто извинялся. Долго. Весь путь до дома. Ну это на таких, как я, не действовало. А других и не хуесосили, поэтому нормально. Так, чё за глаз? Здорово. Чё, кусаешься, боишься? Добрый, что ли? Просто пройти не даешь. Фу, эта гадость мешает открыть дверь. Да я ее трогать не буду, зря. Зря. Такой, да, крутой. Ну да, ты же мелкий школьник. Перед всеми надо крутым Эмили? Показываться, а не говном. Да и в голове ты реально думаешь, что крутой, потому что тупой, мелкий. А на самом деле, реально... По-другому. И, блин, жил бы заново, все бы так и прожил бы еще раз. Так, привет, пока. С тобой мы не общаемся. Давай поймем, что нам надо. Она только что была здесь, надо поискать. Просто поискать, да, я так понимаю, по комнатам. Ну, пойдем в классы, позаходим разные. Так, ой, еще глаз. А можно закрыться? Нет, нельзя. Так, привет, глаз, как жизнь, что тут нарисовано? Мы тебя видим, я вижу, что вы меня видите, вы можете об этом не говорить. Так, тут тоже надо растворить вот эту соплю, чтобы там что-то достать. А что там достать, давай хоть посмотрим. Какой-то красный куб, тут реально Resident Evil чуть-чуть, только без оружия, видимо. Так, ладно, давайте попробуем, пока не будем прятаться, просто я как-то не чувствую, да и не люблю особо прятаться, если прям нужды нету. Чутье монстра. Силуэт Сали появляется в темноте, где монстр почувствует... Ну, короче, силуэт остается после нас, там, где он нас последний раз видел. О, его надо вот в ту лужу толкнуть, а я пока, наверное, ничего не могу. Так. Все, до свидания. Что тут? Nothing, блин. Есть что-нибудь интересное? Это в толчке ничего не прячем, не прячем. Здесь тоже ничего не прячем, не прячем.
нигде ничего не прячем. Опа, опа. О, в обход пойдет? Че, парты будешь двигать? Пососешь? А, сука! Это что за мельницу он там устроил? Так, фонарик привлекает монстров. Его можно использовать как приманку, спрятавшись в укрытии. А-а-а. Не понял, ну ладно. Так. Все, лошок? Так. Во, типа он меня тут видел последний раз. Ну тупой. А тут надо выключить пар, чтобы в вентиляцию залезть. А-а-а! Ну я знал, что так будет, я проверил. Зачем, не знаю, я же знал. Ну ладно. Главное, проверил. Реально, горячо, реально. Не поспоришь. Да блин, вонючий пробел. Как можно придумать пробел в жизни вообще? Человека. Так, тихо, надо подумать. Дайте подумаю. Это уже второе помещение, где нам нечего делать. Давайте вернемся, пойдем куда-нибудь сюда. Опа, аккуратненько. Оба. Сосать. Так. Не, ну прикинь, я бы ползал сейчас от них. Ну это же... Иди сюда. Ай, больно. Ладно, буду ползать в следующий раз. А, можно его оттолкнуть. Так, тут что, тупик? А как его убить там? Как там хавать говно? Как хавать аптечку? Так, кто помнит, как хавать аптечку? А, я буду прятаться теперь. Я просто слишком поверил в себя. На Q удерживать? Так. А, все, понял, да, спасибо. Так, ну надо что-то искать тогда, получается, ладно. Будем искать пытаться. Как-то бы их в электричество заталкивать. А как вот его приманить куда-нибудь, интересно, чтобы где-нибудь запереть? Или они так и будут жить? Я просто не знаю, что я хожу по этим комнатам туда-сюда. Надо же что-то найти. Вот бы пистолет, согласен. Сискамин. Сискамин. Что значит сискамин? Все, уходи. О, спасибо. Так. А, сюда я ходил. Вот сюда я не ходил. Что-то тут есть. Ага. Так, а если я под партой попробую? Ага. Так, напопробовался. Все, хватит. А, вот есть вентиль. Смотри, наверное, надо здесь что-то решить. Давай попробуем. Так. Ща. Это единственное, в принципе, что мы можем пока потрогать. Поэтому мы сейчас к вентилю этому потащим. Ага. Нормально. Полезли. Так. Поехали. О, это и там, и там. Ничего себе. Блин. Я-то думал, два надо будет искать хотя бы. Ну ладно. Тогда все просто. Я думал, сейчас будем искать. Тут надо сначала то, потом, короче, глаза развеять, чтобы куб взять, чтобы потом сюда пролезть. А все проще. Артем, ты же вроде бы играл в Little Nightmares, да. Проходили, да. Все. Какой-то DLC вроде за пацана или кого-то не проходили. Эмили пропала, а когда она вернулась, вместе с ней пришли монстры. А, не, я все проходил, все. Что это значит? Где она была? О, кто это? А это новая бабака или это просто что-то в колбасу докторскую превратилось? Так. Надо познакомиться правильно. А, это камень. А, во, наверное, вот этой штукой мы будем рас... А, все, кончилась штука. Что-то оживили мы. Не, мы добили. Или освободили душу. Кусочек билета. Кажется, этот обрывок очень старого билета на канатную дорогу. Он в любую секунду может рассыпаться в пыль. Ага. Так, чей-то журнальчик давайте почитаем. Они думают, что я только убивать и умею. И в чем-то они правы. Я умею убивать. Чертовски хорошо умею. Может быть, я только на это и гожусь. Они считали, что мне здесь не место. Ну, конечно.
Я их не виню. Это тихий, мирный городок, а я хоть и не набожный, но точно знаю, что дьявол существует. Я его видел. Он каждую ночь шепчет мне в ухо, сводит с ума, заставляет вспоминать друзей, не вернувшихся с войны, говорит, что я никогда не найду покоя, никогда не стану таким, как местные, что война меня настигнет. И он прав. Я так боялся, что сойду с ума, перестану быть собой. Я собирал все эти пушки у себя в гараже и думал: ты скоро рехнешься, парень, ты потерял рассудок в том же чертовом месте, где и все остальные, друзей, человеческий облик. Этот дьявол шепчет мне каждый день, каждый час, каждую секунду. У меня тут есть билетик. Я собирался уехать отсюда навсегда, но рад, что не уехал. Так рад. Я больше не боюсь, ни капли. Теперь я знаю, что прожил жизнь не просто так. Чудища здесь. От них несет кровью и порохом. Они разрушили весь город, но я готов к бою. Теперь я могу посвятить себя любимому делу. Дьявол лыбится до ушей. Мои старые друзья все здесь, со мной, и глаза у них яркие, зеленые. Они все видят и гордятся мной. И не зря, ведь скоро я выполню свое предназначение. Когда люди начнут все разделять эти два слова точками, пожалуйста. Я ж сам из-за этого перестал в последнее время «ё» писать как «ё», а я принципиально так делал всю жизнь. Еще одна старая книга. О, кайф. Так. Они думают, что только убивать и умею. А, вот она. Сегодня мы были в больнице, как и всегда. Когда дедушка заболевает, здесь очень тихо, и мне запрещают бегать по коридорам. Я слышу, как спорит мама с папой, хоть они и стараются делать это шепотом. Они говорят, что когда все будет кончено, мы не сможем здесь остаться. Не знаю, о чем это они. Говорят, что нужно будет переезжать, и когда он нас покинет, здесь нас ничего не будет держать. Я не понимаю. Он же поправится. Мама говорит, что мы переедем в Бетлвуд к тете. Понятно. Что-то про школу страшная игра какая-то. Про войну... Я-то думал, она такая детское человеческое существо. Если почитает про войну, о, блин, ничего не поймет. Ой. Тихо, монстрик, успокойся. Не кусайся, мне бы еще один ингалятор где-то найти. Йо выглядит как Шрек. Ну и хорошо. Шрек любовь, а Йо нет. Так, до свидания. Да, все, до свидания. До свидания! Я прям слышу, как он мельницу там крутит. О, тут тоже электричество. Пизда тебе, брат! А, нет. Или, блин, нет. Жаль. А, или да. Да! Я рискну! Нет, я пошутил. Мельницу не надо мне. До свидания. Так. Я не успел, я подзастрял там чуть-чуть. Сейчас он свалит отсюда. Я их двоих, может, сожгу. Так. Брум-пум-пум. Вот бы полез за тобой по вентиляции. А, в тупик ко мне. Не надо, спасибо. Так. Могу ли я... Эй, чмо! Блин, не свистится сегодня. На нахуй, получил, сука. И ты иди сюда. Сюда! Сюда! Пошел! За мной! Давай! Что, засал? Ты где? Иди сюда! Теперь я вас уничтожаю! Я нашел оружие! Алло! Пошел! Сюда! Да! Нормально! Сюда. Так, давай. Мельницу. Пошел. Все, теперь я пошел. Так. Все, изи. Класс. Может, еще кого-то сюда? Всю школу сейчас на эту ловушку притащу. А я, по идее, назад вернулся. Туда его, правильно, сосать. Не надо мне тут мешать ходить. Так, чё тут? Где я? Я тут был. А, я думал, лужа рассосалась. Так, пойдем попробуем по коридору пройтись.
Так. Ага. Вот сюда. Так, я был в кабинет медсестры? Ну, судя по тому, что подсвечено, я был. Чё я его не помню? А, ну да, там же этот человек-стрелок был. Вот, в учительскую можно сейчас зайти будет. Пойдем, посмотрим. Где-то вот это, да? Она под электричеством была, и мы все обошли, чтобы учительскую открыть. Прикольно. Прикольно. Прикольно, прикольно. Так. О, ключ какой-то там. Может, еще газировочки попьем сейчас, не? Ля. Броски банкой. Зажмите правую кнопку и бросьте банку с помощью левой кнопки. Звук отвлечет монстров поблизости. Блин, теперь с собой банку еще носить. А это что? О, ингалятор. Так, да-да, спасибо за ингалятор. Так, этот ключ должен отпереть все двери в коридоре. Все двери в коридоре, нормально. Лучше уж выпить. Вот оно, чудовище. Слушай, брат. Вообще, еще я буду на тебя банки тратить. Иди сюда. Иди сюда. Иди, давай, мельницу, мельницу, брат. Будет мельница? Где мельница, дурак? Так, тихо, тихо. Так. Идешь? Это что это такое? В смысле? Это какой-то особый чел. Ну и сиди там. У меня теперь есть это... Блин, но мне все равно надо на другую сторону. Блин. А я тут не пройду? Пусть там сидит. Он отстал от меня уже, нет? Так, ладно. Да давай, девочка, ну. Молодец. А, все, он там заперся. До свидания. Так, ага. Пусть сидит там в кабинете, тогда мы его трогать не будем. Но он что-то бессмертный какой-то, особый. На электрика учился, у него сандалии резиновые. Или одну ногу поднимает. Мне когда говорили, когда я электриком был, мне говорят, увидишь, гигантский 15-тысячевольтный кабель падает на пол железный перед тобой. Одну ногу, братан, подними, чтобы замыкания в члене у тебя не было электрического. И ты выживешь, и прыгай оттуда. Я всю жизнь ходил, думал, когда-нибудь такое будет интересно. И вообще, кто-нибудь такой квест пережил за жизнь, интересно или нет? Так. Алло. Эмили, ты там? Ага. Эмили! Чтобы прицелиться. Да спасибо. Спасибо за прицел. Мне не нужен твой прицел. Я хоть... А, во. О, привет, кореша. Дай ингалятор, брат, по-братски. Чисто по-дружески, не? Блин, обидно. О, буллеры. Угу. Чё написано? Пачетик. Пазетик. Патетик. Патетик, блядь. Титаник. Не знаю, непонятно. Кто умный? Есть умный среди нас? Я плакать в туалет, отстань. Так, ладно. Ты не будешь меня бить вот так вот? Ты же не будешь девочек в углу избивать? Патетик, жалкий. Блин, жесть, жалкий. Ну, может, и не жалкий, откуда они знают? Потом все изменится. В лет 70, если доживет, они уже умрут, а он еще будет живой. Отвечаю, потому что они там будут пузатые вот эти, там, всякие такие там, непутевые. А вот он будет потом зато президентом. О, привет, до свидания. Блин, он сказал, сейчас, сука. Но мне нельзя двери запирать. Можно было бы запирать назад? Было бы покруче. Такая вроде элементарная механика, но как бы геймплея добавляет. Спасибо, до свидания. Не надо драться со мной. Все, пока. Так. Так, что тут? О, еще дневничок, давайте почитаем. Так. Никому не нравлюсь. Мама говорит, что нужно улыбаться и быть вежливой, и тогда все захотят с тобой дружить. Не знаю, правда ли это, но я пыталась целый день. Вот мало. Нужно улыбаться и быть вежливой, и тогда все захотят с тобой дружить. Не, не надо так. Так не, если тебя булят, не надо так. Надо... достаешь, короче, вот эту... как его...
По бумаге. Ну, такая. Ну, знаете, да? Лазерный фонарик назовем. И вот так, нахуй, вот так говоришь: сука, еще разок, нахуй, мне скажешь. И перед лицом вот так делаешь. Все, никто не тронет, отвечаю ни разу. Вот у меня был знакомый. Он, короче, ну, одноклассник. Ему пизды изи дать. Если его кто-то травил, он такой: мне насрать, идем драться. А это значит, ему пизда. Один удар куда-нибудь, и он будет ныть. Но он такой прям краснеет, орёт мельницей, вертится, парту мог швырнуть, стул. И все такие: да он, ну его нахуй. И все, и никто его не трогал. Не знаю, правда ли это, но я пыталась целый день. Даже когда мне говорили проваливать, говорили, что-то до моего приезда в город было лучше, и все равно улыбалась. Хотя мне было нечего сказать в ответ. Я не знаю, почему улыбка не помогает. Я зашла в туалет и посмотрела в зеркало. Мне кажется, у меня милая улыбка, но она не работает, потому что я все время плачу. А, ты плачешь с улыбкой. Не, ну, в принципе, таких тоже не трогают. Хорошая тактика. Пора бы уже привыкнуть. Ну, вообще, буллинг в школе, конечно, дело такое плохое, но никогда, наверное, не искоренится. С возрастом люди что-то только начинают понимать. Опа! Нормально. Аккуратно. Ага. Ага, ага. Все упало. Все страшно. А, вентиляция открылась, да? Теперь в туалет. Ага. Так, я просто книгу взял. Я ничего ценного не взял. Ну, странно, подожди, я сюда зашел ради просто книги. Давай еще раз проверим, на всякий случай. На всякий случай, так. Что-то вообще тут травля какая-то в школе жесткая. На каждой стене, в каждом углу. Ну, вроде ничего нету. Дальше идем. Так, просто напугали меня. Нам теперь надо в биологию заскочить. Так, привет, друг. Нам ты не нужен. До свидания. Так. Ага. А, да не стой, девочка! У нее с управлением беда, когда какую-нибудь карту там, например, закрываешь, и все, и не работает кнопка. Тихо, тихо, там мельница летит. У, сука. Че ты, че это с камерой? Ничего не видно. Не пугай меня. Надо что, туда прыгнуть? Так, подожди, пожар. Надо потушить пожар. Надо электричество. Надо прыгнуть в лужу. Надо что-то сделать. О, вон, вижу. Так. Тихо. Пошел. О-о-о-о-о-о. Все, кайф. Душ включили, балдеж. Теперь надо электричество выключить. Сейчас электричество. Чпоньк. Все, электричество выключили. Головоломки простецкие здесь какие-то. Костя, у всех этого дурака, сука, в школе Костей называли. Сука, еще скажите, что мы не в матрице живем. Так, мне надо вентиляцию опять. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Йорик был только. Йорик! Костю называть Йориком! Какое кощунство, блин. Ничего себе слово употребил, балдежное. Да, блин. Наверное, это возраст. Кощунство, блин. Или это потому, что я книжку одну прочитал? Видите, словарный запас растет. Хотя сомневаюсь, что в книгах по психологии есть слово кощунство. Ну, ладно. О. О, а это где я? Класс 104. Класс 104, здравствуйте. Здравствуйте, класс 104. Опа. Бля, фонарь, балдеж. Крутой. Это же мой старый фонарик. О, кто-то украл. Я отдала его Эмили. А, очень давно. Она украла. А она не вернула, да? Это вот когда картридж на денди даешь другу, а потом месяц ходишь, вякаешь, чтобы он отдал, а он тебе отдает картридж, а ты чувствуешь этикеткой, что не то. Открываешь этикеточку чуть-чуть, а там шуруп с другой стороны как-то вкручен хитро. Ну, короче, беда. И еще и картридж потом не работает. Попытались замаскировать. Дорогой картридж. 50 рублей или 100 стоил. Так, луч. Ой! Ой! Блин, а я не хотел реально. Я что-то не ожидал. Я еще так чуть-чуть в него нажал.
Блин, я думал, они кореша. Ну реально они добрые, ничего не могут сделать. Они, может быть, они поданы как злодеи, но они ж по факту-то не злодеи, потому что они ничего не могут сделать. Они просто смотрят. Ну мы теперь сможем какой-то красный куб забрать. А этого могу. Фонарик жгёт ту штуку с глазом. Блин, не успел прочитать. А ну иди сюда. А, сука. А-а-а! Нормально, волына появилась. Ничего себе. Так, это что? А, это за батареечки, понял. Не, я на этих чувачков не буду ничего тратить. Я буду просто нормально, короче, обходить их, как и обходил. Это что такое? А, я думал, что это головоломка какая-то. Так. Ага, сюда. Так, потом... Понятно. Ускоряйтесь, shift во время боя, чтобы избегать атак монстров. Подожди, я хочу сходить в... Вот в этот вроде, да? Там какой-то камень красный. Ой-ой-ой. Ладно. А, сука, он чем-то нарыгал меня, тварь. Ладно, буду иногда и убивать, пофиг. Он чем-то стрельнул меня. Я хочу зайти в 102-й, там же куб красный какой-то давали. Прежде чем вот эти глаза жечь. Во-во-во, вот тут. Ингалятор точно. А, чё точно-то? Я это ты так видел и не брал. Чё точно-то? А, ещё где-то ингалятор точно лежит с глазами тоже, привет. Ну, тихо. Пацаны, верните мне вот это, чё это? А, там ещё. Да блин, так. Во, ну-ка дай. Чё, ещё где-то глаз? Чё не так? Что не так? Что я не сделал? Подожди. Почему не исчезает? Так, стоп. Ага! Попался. Так. О! Там видали схему они провели здесь? Камеры свои проводят. Что это такое? Полезная вещь. Кровавый кварц. Я не успел прочитать. Что за кровавый кварц? Так. Никогда раньше не видела такого камня. Теплый, бьется, как сердце. Нормально, блин. А где еще я видел ингалятор? Я бы взял ингалятор, только я не помню, где он был. В толчке. По-моему, где-то он тут за углом был. Так. Тихо. Вот, да, вот там. А, нет, не тут. Или тут. Не помню. Так, тут чувачок. Да-да. Так, прыщи свои на ногах. Не мыл, не лечил. Все. Болезнь пришла. Так, где-то... Нет, не тут. Ща найду. Но я хочу принципиально взять. На всякий случай. Мало ли, я начну какие-нибудь... Эксперименты в будущем странные, сомнительные. Я-то могу резко в голове что-то щелкнет. Начну рисковать жизнью. Где-то вот что-то было. Но я не помню. Там какой-то гардероб. И в гардеробе глаза были, ингалятор один. Ну ладно. Жалко, что тут нигде не отмечается. А, отмечается, вот ингалятор. А, вот ингалятор. Так, все, назад идем. Все, отмечается, кайф. Тогда двигаем. В принципе, хорошо. Тут не надо. Я еще говорю, у меня травма против, после резидентов. Я их играл по 15 часов там на стриме или поскольку. И ничего никогда там не помечено, не отмечено. Даже комната какая, как называется, не написана. Ходишь просто в ужасе. Игра кошмарит тебя. Бесконечно. Вот в то, они, наверное, японцы в то время создавали планы без описаний комнат. Хотя, наверное, и до сих пор такие планы. Так, сейчас сюда зайдем. Во-во-во-во, да. Все, давай сюда. Ой, что я там поднял? А, это банка у меня тут была. На, жри банку. Привет. Все, ингалятор сюда. Чё тут, ещё где-то что-то, нет? О!
Keepers. Шотану, давай один даже сожрем. Чтоб фул хп, ой, даже до фул хп не дотянуло. Ну и хорошо, что съел. Так, о, здорово. Все? Все. Красота. А Эмили, я смотрю, без проблем вообще эти глаза оббегает. Они только для меня появляются. Что за звук? Эмили! Она наверху. Ну как туда подняться? Ну глаза жечь, наверное. Что это за новые какие-то пятна? Наверное, какой-то монстр об стены бьется повсюду. О! Ля, огненный! Но тупой зато! Огненный, но тупой, кайф! То, что надо. Какой он огромный! Надеюсь, меня не заметил! Так, ладно, не заметил. Да? Зато эти двое сразу заметили. А у меня батарейка почти полная. Блин, а если я беру батарейку, она сразу, да, применяется? Ну и пойдем тогда хуярить! Пацанов! Минус один. И батарейку потом ту возьмем. Так. Чтоб мешать нам... Ой, не мешали ходить повсюду. О! Теперь можно и батарейку взять. А, ну вот, чётенько. С помощью фонарика можно мгновенно уничтожить монстра. Подкрадитесь к нему сзади. А, ладно. Я понял, ладно, хорошо. Я так обязательно сделаю. Да у него один глаз всего, еще и окна запотели. У огненного-то да, да. Ну, сожжем его. Он там... Ну, видишь, им надо... Стоп, а у этих рататых нет, да, глаза? Я что-то забыл. Я только их рот все время вижу. Так, надо где-то вентиль какой-то покрутить. Алло. Бегайте больше. Спасибо. Полезный совет. В жизни главное не бегайте больше. Колени сотретесь. Фух, я выбралась. Но... А? Что мне делать? Лестница. Если я залезу через окно, монстр меня не увидит. А чё я так как-то? Подожди, я недоволен. Я как-то быстро ушел. Мне читаю, Outlast вдруг вспомнился. Блин, Outlast лучшая вообще хоррор-игра тысячелетия. Наверное, никогда лучше никто ничего не придумает. А особенно DLC к первой части. Ой. Так. Опять все загазовано, затуманено. А, мне надо в парковку. Упаем в парковку. Посмотришь, на парковке у нас находится. Так, тихо. Как-то рандомно, хаотично бегаем везде. Куда ты собралась? Что? Послушайте, кто вы такой? Ты ничего не забыла? Я, послушайте, мне нужна помощь. В школе полно монстров. И они... Ты должна найти Эмили. Только тогда этот кошмар закончится. Это какая-то чушь. Погодите, откуда вы знаете про нее? Вы знаете, что происходит? Девочка, нам некогда с тобой болтать. Ты нужна своей двоюродной сестре. Но я пытаюсь ей помочь. Я слышал ее голос на втором этаже. Видите лестницу? Я хотела туда залезть. Дед чисто типичный NPC диалог с ним. Хорошо. Ты ему что не говорил? Ты должна найти девочку. Ты должна найти двоюродную сестру. Это когда квест в ММО у кого-нибудь берешь, клацаешь на него, и он тебе одну информацию говорит. Так, не самое странное, что я сегодня видела, конечно, но выглядел он как обычный человек. Не знаю, что и думать. Ты волшебный дед. Так, все. Что-то я напрягся почему-то. Это электричество. Опа. Ворон какой-то. Ворон с способностью порталов. Здравствуйте. Ой, как громко. Но это чисто дочь Алан Вейка. Ого, это какая-то другая тварь. Прикольная, кстати. Так. Тихо. Тихо. Блин, очень комфортная игра. Мне прям очень нравится. Ужас, надо было пойти за помощью. Согласен. Вот тут же столько видов помощи вокруг видно.
Так, ворона, будем сражаться с тобой? Или ты зассала? Давайте пробежимся, может, что-нибудь где-нибудь лежит интересное, не? Ля-ля-ля, а что такое? Подожди. Куда это я вот, если так пойду, так, то куда я приду? Не, ну это не просто так место интересное, надо глянуть, что тут. О, что-то нашел, кварц. Знать бы, что это и что он дает. Так, теплый, бьется, как сердце. Пока он какой-то непонятно для чего, нам ничего никто не рассказывал, не показывал. Так, нам теперь в главное здание, второй этаж. Это что за здание, подожди. Ладно, разберемся. Вроде как-то рандомно по локации передвигаемся, то есть школы, тут куда-то вообще не понять куда. Но даже, это даже интересно, нет, знаешь, такой концентрации там. Школа! Полтора часа по ней ходишь. Дом говна какого-то, там полтора часа потом ходишь. Так. Что тут, батарею надо? Или что, ну, я пропиздел? Что-то тут подскрипывает. Этот чел меня там увидел. Как там говорят, можно подкрасться, да? И что-то нажать Е вроде. Эта штука заряжается, если светить фонариком. Понятно. Так, подожди, стоп. А, там я ходил. Все, не хочу больше туда. Опа! Заряжаем. Все, давай, давай. Все. Я думал, что по луже назад побегу. Надо подкрасться. Как там подкрасться и что нажать? Кто запомнил? А то я сейчас, как всегда, начну все. Подкрадусь и перед ним начну все, что попало, клацать. Окей. А, это ворон-телепортер. Наверное, не получится. Они повсюду. А, нет, не повсюду. Не заметь меня, не заметь меня. Заметь меня, заметь. Заметь. Блин, ну они стоят в треугольник. Как это? Ну, короче, видят. У них все спланировано. Они договорились видеть друг друга всегда. Кто? Кто меня видит еще? Никто? Блин, ну я хочу убить. Ну ладно, не буду тогда. Все продумано, чтобы я их не трогал, наверное. О, еще один. Здравствуйте. Или это тот же, подожди. Он один такой? Он один такой. А, нет. Вот еще. Или это тот же? Ладно, пойдем. Я думал, который телепортируется, это что-то местного босса. Типа, блин, батареек много. А можно, да, в инвентарь убирать? Подожди. Не, нельзя. У меня есть только кровавый кварц. Жаль, потому что батарейки у нас сжирает и все. Ой, ингалятор. Какой-то махач может готовиться. Ой, не, ну ладно, давай. Кто там меня видит? О, сука. Отлично, вот это сработано. Сейчас смотри. Блин, не получится. Там еще один идет на банку, что ли. Вот, о. Что-то он там... Блядь, ну повернись чуть-чуть, отвернись. Чуть-чуть вот так вот, чуть-чуть. Во. Давай, ну, тихо-тихо-тихо. Да ну что ты повернулся? У меня такая тактика была. Слышь ты, хуй. Глазатый. Да какая мельница, брат? Успокойся. Изи. Хотел убить. Не подкрасться к ним как-то. Да блин, чего вас так много-то тут? Во-во-во-во. Изучай, изучай подольше, брат. Да ба-ба-ба! Ба-ба-ба, блядь! Так, тихо. Ого, какой ля! Шустрец. Сейчас, тихо. Нормально. 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 А сколько... Блин, надо было вот фонарик... Ой, батарейку не брать. Так. Ступню чиним. Все, с кайфом. Никакого стелса. Меня на стелсе обманывают, я чувствую. Я всю жизнь не верил в стелс. Где? Что-то... А, в киберпанке. Вот единственный стелс, где нормально у меня все было. Во всех остальных играх вообще не дружу со стелсом. Даже тут.
как-то рандомно поворачиваются, что-то резко. Мне, пожалуй, в Ассасине мега стелс. Супер вообще. В лицо подходишь ко всем и все. Выкидными ножами убиваешь, вот это я понимаю. Так, вы чё? Что вас многовато уже? Так. Это мы сюда в обход типа идем. О, батарея. Кайф, балдеж. Блин, ну я чувствую, там какую-нибудь книжечку можно почитать. Ну что, целый... А, нет. Мне показалось, что тут целый двор. Так. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Опять они тут все ходят. О, ингалятор. Тихо. Что такое, пацаны? Не пройти, надо нагибаться. Беда. Сись-камень. Слышите? Что это значит? Кто переводчик? С бурлящего. Непонятного. Пошел, нормально. Отлично. Так, тихо. Вот это я понимаю, круто. Куда воткнуло, непонятно. Главное, что сработало. Так. Сиська камень, что это такое? Давай, давай, заинтересовала тоже банка тебя? Давай, давай, давай. Отлично. Так, и что я делаю, подожди. Я что-то делаю, но не понимаю. Ты ничего не видишь, я ползу раком. И пусть под цветом, ты все равно ничего не... А что это? А, весь фонарь потратил на это, ну конечно. Давай еще в стел... Да фу! Проще без стелса. Вот ты где, Эмили? Ты меня видишь, Эмили? Подожди, не убегай, я иду к тебе. Блин, на стелс весь фонарь ушел. На два удара. Серьезно? Вот это повезло, аккумулятора нет. Кто-то его забрал. Кто-то склизкий. Если пойти по следу, то аккумулятор, вероятно, найдется. Клевая игра! Но нам надо еще игр поиграть, поэтому можно выйти, я надеюсь. Спасибо огромное за просмотр, ставь обязательно большой палец вверх, подписывайся на канал, жми на колокольчик, включай все уведомления. Также, если хочешь поддержать мой канал финансово, то подписывайся на Boosty, всего лишь от 49 рублей подписка, и ты получаешь эксклюзивные видео, которые нигде не выходят, реакции, всякие приколы, и даже стримы иногда проводятся там. До встречи!